Итак, всем привет. Такое вот чудо-растение фейхоа. Так оно выглядит. Как с чем его едят? Есть люди, берут его в труд, как-то на терку с сахаром перемешивают. И получается такая масса сахарная и труд, так как она полезна. Но можно и так. Можно вот просто, допустим, брать ее и кушать прямо в таком вот виде. Помыли, разрезали и кушаем. Можно просто серединку ложкой или ножичком вырезать без шкурки, так как это будет вкуснее. И кушать просто серединку. Вкус у нее такой, знаете, как вот кисловатый. Так? Вкус у нее такой вот кисловатый. Как зеленая киви, можно сказать. Вот. Такой. Ну, знаете, своеобразный. Очень даже интересный. Так что можете попробовать парочку купить. Говорят, очень полезная штука. И, ну, очень много витаминов. С виду такая страшненькая, но на вкус я удивился. Такая экзотическая и необычная.